Здравствуйте! Сейчас покажу, как вывязать горизонтальную петлю для пуговицы на планке. Я провязала 3 петли планки, и теперь мне нужно закрыть петли. Для этого я убираю ниточку и не пользуюсь ею. Смотрите, я переношу на правую спицу 2 петли и первой накрываю вторую петлю. Далее переношу новую петлю на правую спицу и первой накрываю вторую петлю. Переношу следующую, и так это третья закрытая петля, и еще одна, это четвертая закрытая петля. Я закрыла нижний ряд, теперь я делаю воздушные накиды скрещенные, 1, 2, они равняются числу закрытых петель. Готово. Далее я вяжу по рисунку. И встречаемся с вами в изнаночном ряду. Здесь я затягиваю. В изнаночном ряду я вяжу теперь до моих петель, которые я накидывала. Так, вот они 4. Вяжу их изнаночными петлями так, чтобы они были скрещенные. И чтобы они не были слишком широкие, я очень туго затягиваю. Дальше вяжу по рисунку. И давайте посмотрим, что получилось. Итак, резинку я провязала. Вот такое получилось у нас красивое отверстие.